Факт неуважительного отношения к прессе и общественному мнению выразили сотрудники магазина «Рафаэль», располагающегося на углу улиц Владимирская-Новороссийская. Активисты анапского отделения «Молодой гвардии Единая Россия» выявили факт продажи спиртного несовершеннолетним в этой торговой точке и собрались провести акцию протеста. С плакатами «Не продавайте детям спиртное» и «Берегите здоровье детей» встали напротив входа в магазин. Из магазина вышли лица, которые не только не представились, но стали угрожать расправой, в том числе и нашему оператору. Туда не снимай, вон туда снимай, не понимаешь? Хочешь, чтобы я это все ломал? Я сказал, вот сюда не держи, чтобы в магазине снимали. Я тебя найду, и вообще у тебя будет вообще плохо.